Всем доброе утро. У нас дождливая погода. Очень жаль. Надеюсь, сегодня распогодится хотя бы днем, чтобы можно было выйти погулять. Надо еще в магазин съездить, а то все, мы уже доедаем последнюю еду. И, в принципе, ужинать уже нечем будет. Поэтому, надеюсь, будет хорошая погода. Кошмар. Так, а я тут уже приготовила завтрак. У меня на завтрак будут вафли. Я их немножко смазала медом. Захотелось мне прям сладкого-сладкого. Но я решила не есть какое-то время шоколад и конфеты вообще. Посмотрим, как пойдет. Ну, только если со стевией полезные конфеты и шоколад. Но пока этого дома нету. Пожарила себе яйца. Сделала легкий-легкий кофе. Это единственное будет, что у меня с сахаром. Так как это кофе 3 в 1, но я его разбавила наполовину. У Даяшки будет каша. Кашу варю ей на воде практически всегда. Крайне редко добавляю молоко. Так что будем садиться кушать. Всем приятного аппетита. Так, я тут начинаю уже собираться во всем. Хочу накраситься тональником и чуть-чуть брови. И все. Сегодня глаза опять красить. Хотя не буду заранее говорить, опять накрашу потом в конце. Так, сейчас буквально через минут 10 приезжает моя мама. Уже на часах 8:15. И, наверное, поедем сразу в депо, в строительный магазин, смотреть обои. И что-то я еще хотела вчера, вроде бы краску. Посмотрим. У меня есть одна небольшая идея. Я хочу посмотреть тон краски и вообще... Хочу подумать, как это все воплотить, но потом вам скажу, если все получится. Если нет, то не скажу ничего. Так, такие вот дела. Так что надеюсь, мне получится сегодня все выбрать. Самое тяжелое выбрать обои в комнату, так как остальные стены, если вы уже заметили, у меня такие, знаете, нежно-салатовые, зеленой какой-то отдаю, такие, ну, слегка-слегка такие зеленоватые. Под этот оттенок очень мало что подходит. Я вот думаю, может быть, просто сделать белую стенку, да и не мучиться. Ее всегда, если что, можно покрасить. Купить вот эти красящиеся обои и все, и не страдать. И на кухне так же самое. Кстати, купить просто белые обои под подкраску и покрасить в любой цвет, если я захочу. Так что вот так вот. Ну, посмотрим, все еще может поменяться. Я просто хочу на кухне, там где-то стена с коридором вместе идет. Я хочу с ней что-то такого, знаете, ну, какого-то, ну, не знаю даже, что-то другое. Так что посмотрим. Если нет, просто возьму все белое, а потом по ходу буду красить. Так что вот такие вот дела. Так. Да, я не буду даже брови сегодня красить. Я губки подкрашу слегка. И все. И тогда на выход. Так вот. Кстати, в последнее время у меня практически не высыпают прыщи. А, несмотря на то, что я даже ем чуть-чуть сладкого, немного. Я себя пытаюсь держать. Не всегда это получается, но, не знаю, лицо гораздо-гораздо лучше. Так что вот так вот. Все, я пошла одеваться, переодеваться и берем вас с собой. Домой. Ой, сейчас свет включу. Очень темно. Так, подожди. Я купила вот такой рулон один. Очень мне понравилось. Там цветочки, велосипеды. Что ты делаешь? Это будет идти в коридор. Вот на эту стену. Именно где у нас коридор. Кровать стоит. Не знаю, вообще хочу эту кровать убрать, но
Она очень нас выручает, когда кто-то из гостей приезжает, и там могут уместиться два человека. Так ходит, все режет тут. Это надо бумагу резать. Так, и купила вот такой рулон под покраску. Вдруг захочу перекрасить, буду клеить на эту стенку в комнату себе. Видите, у меня такой, как бы немножко зелено-салатовый, такой нежный цвет. Все режет, ходит. И на кухню буду клеить. Вот на эту стену, не на эту. Мне надо сегодня снять плинтуса, то они ужасные, желтые. Буду ставить новые плинтуса тоже. Ой, фокус вообще не ловит. Погода ужасная, дома серость. Посмотрите, какой дождь на улице. Просто кошмар, просто ливень идет. Будем сидеть сегодня дома. Может быть, как раз и поклею обои. Так, мне еще пришли посылочки с Алиэкспресса. Я уже одну распаковала. Ой, там потом вставлю. Вот такой топик, лифчик. Хотела такой, знаете, на лето, чтобы был, не знаю, дома ходить. Но он оказался большой для меня. Мои прыщики гораздо меньше, чем этот лиф. Но очень качественный. Такой, смотрите, он тянется. Видите? Очень прикольно, очень. Оставлю вам ссылочку в любом случае в описании. Так, сейчас распакую. И... Да, я снимаю. Сейчас, на, все, режь. Вот бумагу эту режь. Можешь ее на маленькие куски разрезать. Вау, какая она яркая. Вот такая вот расческа. Такими зубчиками. Очень прикольно. Сейчас посмотрим. Вау, вообще супер, посмотрите. Прикольно. И у меня еще должно было прийти две. Блин, я напротив окна поставила. И идет засвет. Прикольная расческа. Тоже вам ссылочку оставлю в описании. Брала для себя или для Миланы, не знаю. Я еще одну заказывала большую, еще больше, чем эта. Но она почему-то тоже не приходит. Такая очень-очень легкая. Мне кажется, легко сломается. Так, и еще одна посылочка. Сейчас, подожди. А, это, да, вроде тональник был, да. Еще один тональник. Спасибо. Да, это тот... Нет, это другой тональник. Короче, пробую разные тональники с Алиэкспресса. Они там стоят по еврику, по 2, по 3. Поэтому почему бы и не попробовать. Или это тот тональник, которым я пользуюсь, который мне нравится. Я уже забыла. Вроде бы да. Ой, отвалилась пипочка. Ладно, буду я все убирать. Не знаю. И как теперь мне эту пипочку запихнуть так, чтобы этот тональник выходил? Кто мне скажет? Опа! Я так и знала, что я буду вся в тональнике. Да. Даяшка уже поспала, приготовила я сок. Ты выбрала самый большой стакан? Да. Вот почему ей надо взять именно мою порцию? Я тебе налила чуть-чуть. На тебе. Ну, ты молодец. Да я шучу, если хочешь, пей. Ты же не выпьешь все, я знаю. Так, у Даяшки будут на перекус вот такие вот подушечки. Они более полезные, но там все равно есть сахар, белая мука. Так, а у меня будет две таких вафельки на фруктозе без сахара. И будут еще орешки. Угу. И вафельки тебе мои нужны, да? Кушай, кушай. На улице погода налаживается, что меня очень радует. Я сейчас покушаю, перекушу и пойду, наверное, за овощами. Да, надо овощи, фрукты и мясо девчонкам. Наверное, буду печенку делать сегодня. Посмотрим. Так что все. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Как мы теперь ходим в магазин за покупками? У Даяшки теперь есть тачка. Давай руку мне. Пойдем через дорогу. Будет носить продукты. Какую-то часть уже мне легче. А у нас в магазине очередь. Ой. Стоим в очереди. Да, умничка, стой, жди. Где ж много народу? Маленький магазинчик.
Вернулись мы домой, и смотрите, как удобно. У меня пакет, можно сказать, полный, и в Даяшкину тачку влезла какая-то часть продуктов. Очень удобно. Кстати, на нас на улице все смотрели, и взрослые, и дети. Не знаю, как-то так необычно, знаете, ребенок ходит с такой тачкой. Я бы тоже хотела себе такую. Если вдруг кому интересно, покупали мы ее в депо. Там их очень много. Цена 7,99 или 7,69. Так, сейчас я вам быстренько покажу, что купили. Так, цельнозерновой хлеб. Ага, яйца. И еще яйца. Пакет падает. Шмат. Так, картошка. Опять апельсины. Подсела я конкретно прям. Так. Куриная печенка, лук репчатый, сметана, кофе купила. Решила, зачем мне три в одном, если я могу купить обычное растворимое кофе. Хотя, знаете, я раньше всегда пила заварное, и мне очень нравилось. Но заварное надо долго ждать, пока оно сделается. Так, взяла такой крем-сыр с зеленью. Так, обычный сыр российский, йогурты такие, 6 штук, там даешь в тачке. Так, рассыпалась, огурцы, и купила себе лосось, килограмм, так, килограмм 9,99. Супер вообще. Сейчас засолю сразу себе, и будет мне на 3 дня, на 4 завтраков. Так. Так, когда Яшкина тачка была на улице, поставлю на пакет. Так. А, и 2 пачки абрикосов вместо сладостей. Тут вот йогурты остались. В принципе, все. Это все наши покупочки. Буду разбирать все и готовить ужин. У меня будет сегодня такой вот прям легкий-легкий ужин. Немножко этого крем-сыра помакаю в огурчике и буду кушать. У меня нет времени ничего готовить. Уже без 5-6. А я только начинаю готовить детям ужин. У них будут печеночные оладушки. Буду делать со сметаной. А я вот так вот по-быстрому. Очень люблю такие ужины. Что-то легкое, знаете, но и вкусное. Как я делаю печеночные оладушки, просто размалываю печенку или можно в блендере, или в мясорубке. Получается где-то 50 на 50 лук и печенка. В этот раз у меня лука поменьше, мне лень чистить и надо все быстренько делать. Так, одну часть, нет, даже 2 пакетика я сделаю на заморозку. Просто вот фарш возьму и пластами тонкими заморожу. Вот так это выглядит. Ставим в морозилку, оно замерзает, и когда вам надо, вы вытаскиваете. И из-за того, что он очень тонкий, он быстро размораживается, буквально там, не знаю, полчаса-час. И вы можете уже просто замешать тесто, добавить муку, яйца, соль, специи, что вам надо, и быстренько пожарить оладушки. Не надо, знаете, каждый раз возиться, делать свежий фарш. Так что вот так вот. Добавляю сюда яйцо, белую муку или рисовую, специи по вкусу, все перемешиваем. Получается вот такая густая масса, но она у меня в этот раз очень густая. Я переборщила немножко муки, но ничего страшного. Так, на разогретую сковороду. И вот как блинчики. Все, и жарим. Вот такие вот получаются мясные лепешечки из печенки. Горячие, но подожди, сейчас вилочку дам. Все, будут садиться кушать. Всем приятного аппетита. Thank you.
часах 10:30, и мы вот буквально, наверное, минут 20 обратно с Миланой закончили клеить обои. Это был какой-то ад для меня сегодня. У меня болит вся спина, болят все мышцы. Я дико устала, я вся липкая, грязная, я хочу умыться. Завтра вам, в принципе, покажу, как у меня что получилось. Блин, тут такое эхо, но потому что в моей комнате все, что было раньше на кухне. Сушилка раньше была на кухне, диван, моя кровать, все машинки, да Яшкин транспорт. Все теперь у меня. Но потом это все переместится, все велосипеды встанут на эту стену, где раньше был диван. Если диван хозяин согласится убрать, пока что сказал подумать до завтра. И вот такие вот дела. Но я в восторге. Мы поклеили эти красицы, которые обои красящиеся. Вся стена теперь белая. Нет нигде этих пятен, разводов. Теперь можно ходить снимать. А то раньше, знаете, я снимала, мне было стыдно. Там клякса, там какая-то клякса, там пятно. Теперь можно снимать. Еще бы сделать пол. Было бы вообще шикарно. Но пока я делать не буду. Я хочу сделать тогда, если я решу, что мы будем еще здесь жить, так как у нас договор до декабря. А если хозяин скажет, он должен через месяц сказать, продлевает ли он мне еще на год договор или нет. Если он продлевает, то я сразу меняю полы, так как наш переезд в Москву в любом случае откладывается. А так как границы закрыты, никого не пускают. И не пустят еще долго. Поэтому сидим до следующего лета, это 100%. У меня будет время подкопить, все узнать, найти, что и как. Больше информации получить. Поэтому вот такие вот дела. Сидим пока здесь. И делаем ремонт понемножку в этой квартире. И не надо мне писать, вот типа там криво, там косяк. Я не мастер. Я обычная девчонка. С маленькой девочкой, которая делала ремонт своими силами. Если вам не нравится, придите, помогите. Правильно? Так, а я сегодня не занималась. Заниматься не буду. Пойду умоюсь и пойду спать. Я рыбу тоже не засолила. У меня просто нету времени на это. И я уже устала. Мне надо еще монтировать влог, который даже не смонтирован наполовину. Надеюсь, я успею смонтировать и выставить его. Если нет, простите, извините, постараюсь как можно быстрее это все сделать. Так что вот так вот. Пойду я спать, я дико устала. Всем спасибо, кто с нами. Ставьте двойные пальцы вверх. Пишите нам много-много-много-много-много комментариев. И всем пока!